Сәлем алейкум, хайырлы ақшамлар. Бүгін Қырымыш ғалының 771-ші күні эфирде заман студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев сәлем лайым. Қырым татар қадын-қызлар лигасы офисыны теркетті. Бұ ақта Қырым хабирлер агентлігі білдіре. Жима тешкіляты Гаспринский адына китапхане территориясында герлеше еді. Офисыны теркетмек қарарына китапхане мудері Гүлнара Егеева сесендірген. Санке бина қазайы алдаве иқыла біле. Бинаны есе кеченлері ұшық ве қыздырудан сондырдылер. 20 ел девамында қадын-қызлар лигасы бірчок хайрия акция ве ярдым ішлеріні кечірген еді. А что думать? Единственный женский домик, который делает благотворительство. Если его сегодня разломают, что от этих гадов думать? Кто бы не распоряжал этим? Если по-человечески подумал бы, вот это здание, сарай. Давайте мы занесем наш сарай, откроем в моем доме Белогорске. Этот лига женщин, и будем жить там, работать. Иначе никак нельзя, дочка. Что это такое? Это треск народу. Это ущемление народа. Я горжусь на этой жизни, что государство вот таким делом больше ничем не умеет заниматься. Хорошо, что мы родились крымские татары. А мы еще готовы работать, трудиться для народа и делать добрые дела. Добро побеждает зло, да, Берта? 44-й год для крымско-татарских, для организации крымско-татарских женщин тоже пришел. Сегодня вот идет снег, ветер, холодно, а нас выселяют. Сказали до Нового года освободить помещение. Вроде бы как заботятся о нас, чтобы мы под завалами этого помещения не остались. Отключили свет, тепло, а теперь нас выставляет, вот, погода тоже плачет. Нұман Челебеджихан адына тешкілетілген батальон ақында малюмат топланған ве ФСБ-ге елланған. Бұ ақта Роспрокуроры Наталья Поклонская білдірді. Батальон тешкілетші сол Рақ Ленур Исламовны көрелер. Поклонскаяның сөздеріне көре Исламовға қаршы да бір джинай иш ачыжақ екенлер. Роспрокуроры Исламовның әрекетлері қанунсыз арби болюк тезілмесіне айы толғанны білдіре. Адеджілер есе Поклонскаяның ақы олмағанны сеслендірелер. У нас люди, достаточно много людей принимает участие в боевых конфликтах, и государство избирательно относится к наемникам. Но тут ведь, понимаете, что тут как таковой нет войны никакой. Вот. И организация, она же пока еще как официальная боевая единица не зарегистрирована, насколько мне известно. Вот. Поэтому на данном этапе, естественно, никакого состава преступления нету. Более того, если он ее сформирует, прекрасно. Есть граждане России, которые служат в иностранном легионе во Франции. Есть граждане России, которые служат в войсках НАТО. Это абсолютно никак уголовно не преследуется. Потому что наемничество – это непосредственное участие в боевом конфликте. Здесь пока речь о боевом конфликте, насколько я знаю, не идет. Но военная группировка, она же не является преступной организацией, не является банд-группой. Поэтому здесь какой состав? Здесь состава нет, здесь все на основании закона. Человек живет в этом государстве, занимается определенной деятельностью. Государство ему не запрещает этой деятельностью заниматься. Я не вижу тут никаких составов преступления. Ақиярынан Рус мемуретінің қанун топлымынан рейсі Алексей Чалы истифаға кетті. Бұндан әвел губернатор Сергей Миняйла әлі давасы юз берген әді. Кеченлері Чалы губернаторыны тенқыт еті башлады. Чалы кешкен сене Қырымна Русия запт еткен вақыт Ақиярда милли губернатор кібі сайланған еді. Алексей Чалы, Сергей Аксенов, Владимир Константинов мартының 18-інде Путин әлі анлашмайым заладылар. Я думаю, что это дает основание говорить о том, что в целом работа власти, не буду там делить ее на всяко разную, по моим оценкам, неудовлетворительно на данном отчетном этапе, и за это кто-то должен нести ответственность. Я подозреваю, по моему разумению, прежде всего за это должен нести ответственность тот человек, который возглавлял список партий, задекларировавший такие цели, то есть я. На этом основании, в соответствии со пунктом 6 статьи 13 закона города Севастополя номер 35 ЗС, снимаю себе полномочия председателя законодательного собрания города Севастополя.
Я хочу пожелать лицу, которое занимало второй номер в списке и которое под той же самой программой избиралось и имело гораздо больше полномочий, чем я, для реализации этой программы, также критично подойти к оценке своей деятельности и сделать из этого анализа соответствующие выводы. Крымнын запт эткенде елбашылык эткен генерал вефат эткен. Генерал-майор Александр Шушукин 52 жашында эди. О ВДВ штаб елбашысы вазифесына бежере эди. Онун өлүмү акында битирген училище елбашылыгы билдирди. Өлүм себептерин эсе ачыкламадылар. Украина ички ишлер назирынын меслиячысы Станислав Речинский билдиргенине көрө, Шушукин кечкен сене Крымда кечирилген арбия операцияда елбашылык эткен. Украинанын сабык тыш ишлер назири Владимир Агриска билдиргенине көрө, Шушукин Олюма апансыздан олмады. Оймен Русияде Кремль планлары ве арекетлері ақында чоқ білген инсанларына йоқ етіп башлағанлар. Кларнын инкишафына Кырым бюджетинден 88 миллион айра жаклар. Кабыл этилген программага көре казаклар девлет кызметчилери ве арбия ола билежеклер. Муне берабер олар жемаат тертибини назарет этежеклер. Казаклар үчүн хутор ве станицалар яратажаклар. Түнөбүн казаклар эсе ФСБнен берабер Оркапу районунун Долинка коюнде кырым татарларынын эвлеринен рейд кечирдилер. Себеби санки койдеки дурак ве жол кечитлери Украин тимсали түсүнө боёланган. Эхо Москвы редакция елбашчысы Муавина Крымда казакларынын фалиетыны нацистлерінің арекетлерінен қиаслады. Владимир Варфоломеев Долинка көйінде өткерілген рейтін Александр Фадеевнің «Молодая гвардия» романының қарманларынен тенлештірді. На рассвете мать услышала стук в дверь. Начальник полиции, унтер и двое солдат спросили Олега. Обыскали квартиру и арестовали всех жильцов, даже бабушку. В это время обыск шел и у Анатолия. Он стоял посреди комнаты, солдат держал его сзади за руки. Полицай наступал на Таисию Прокофьевну и кричал: «Давай веревку тебе, говорят». «Очумел ты, чтобы я дала тебе веревку родного сына вязать?» «Дай ему веревку, мама, чтобы он не визжал. Их же шестеро, как же им вести одного несвязанного?» Таисия Прокофьевна заплакала, вышла в сени и бросила веревку к ногам сына. «Молодая гвардия», Александр Фадеев. Ну, я должна сказать, что когда утром Володя дал мне эти два текста, Александр Фадеев был написан в самом конце, я не настолько хорошо знаю классическую литературу, признаюсь, я их прочитала как одну историю. Если вы считаете, что Крым ваш, почему вы ведете себя как оккупанты на временно захваченных территориях? Вот, собственно, и весь комментарий. Украинада Крымны кайтару стратегиясы жок. Бу акта саясатчына Тарас Березовец билдирди. Онун сөздөрүнө көрө, президент Петр Порошенко Милли Мудафави Хавсыздык Шурасына ВСК-ны иштеп чыгармак үчүн 2-3 ай берген. Расмий шекилде бул маалымат да тасдыкланмады. Лекин таа язда Порошенко стратегиячилери Екатеринбург басмагында болганын сестендирген эди. Русиянын юкары махкемеси Украина активисти Александр Костенко ишини Крымга кайтарды. Адвокат Дмитрий Сотников шикаятына юкары махкемеге йоллады, чунки апелляция онын талапларына керекли шекилде бакмаган. Энди эсе Крымнын юкары рус махкемеси Костенко ишини гайрыдан бакмак керектир. Верховный суд Российской Федерации счел, что изложенные в ней доводы как раз наоборот являются существенными и должны быть рассмотрены именно в июне. Поэтому постановление Верховного суда Республики Крым об отказе передачи кассационной жалобы в президиум Верховный суд Российской Федерации отменил. Вот. И, соответственно, данное постановление об отмене требования рассмотрения кассационной жалобы в президиум направил в Верховный суд Республики Крым. Соответственно, когда Верховный суд Республики Крым получит это постановление, он обязан будет истребовать дело Костенко из суда первой инстанции, это Киевский районный суд города Симферополь, и рассмотреть его в кассационном порядке. Наилучший исход, который возможен именно вот в кассационной инстанции обжалования, это прекращение производства, прекращение уголовного преследования по
пункту Б, части 2 статьи 115, вот за легкий вред, причиненный сотруднику Беркута на Майдане, потому что здесь не действие закона во времени, не действие закона в пространстве не подпадает под данное деяние. Вот. И, соответственно, мы считаем, что по данному деянию должно производство прекратить, а по части 1 статьи 222, вот по поводу ствола, должны передать на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Ватанға қайтмаға істемейлер, Русияде бұлынған Украина қачақлары яңы ер қыдыралар. Олар яшыған ласточка пансионаттан қуалар. Русияның миграцион қызметі Моисеге пара айырмаға істемей. Инсанлар есе Украинаға қайтмаға істемейлер, чүнке оларына мында сатқын деп адландыра екенлер. Езжайте куда хотите, живите как хотите. Вы обратно возвращаться домой сейчас, где под Украиной, мы не знаем, чем это закончится. И я боюсь, что мы приедем, допустим, там будем как предателями для них уже. Вот в чем дело. Мы бы хотели вернуться на родину, но мы просто не можем туда вернуться. Как нехорошо здесь, но каждый понимает, что на родине лучше. Получается, мы заложники этого положения. Как вроде нашей территории Луганской области отошла к Украине, а мы туда не можем вернуться из-за того, что там открыты уголовные дела. И туда шли из бюджета деньги, ему перестают платить, он перестает этих людей содержать. Ну, зачем ему это делать, если это бизнес? Вот. Ну, вот государство должно подумать, как продлить обеспечение этих людей жильем, питанием. Москвада Украина елчілігі янында Украина тарафдары олған активист Влад Колесников на хатырасына аңдылар. О кечкен сене июнде белі олды оқышқау, Украина байрағы бе қырымна қайтармақ язысы иле футболкада келді. Бұл вақия үшін оны мақсус қызметлер мирақланды бе техникумдан қуыдылар. Владның яқынлары еминлер геншке Украинаға десте көстергені үшін басқы япқанлар. Совершенно нелепая, дикая смерть человека, который, ну, даже не успел себя никак проявить в этой жизни. Такие люди, это цвет нации, по сути дела, да, которые выражают свою позицию независимо уже в таком возрасте. И если страна, в стране гибнут такие люди, то что же остается здесь? И мы обязательно будем помнить о нем, и мы, и не только мы, и вообще те люди, которые, ну, поддерживают, скажем, или занимают независимую позицию по Украине, то есть стараются разобраться в том, что происходит, не верят вот так спонтанно той пропаганде, которую мы слышим из средств массовой информации российских, и Влад не верил тоже, и поэтому на него оказывалось давление, и поэтому в результате это совершенно однозначно, что это даже никем не подвергается сомнению, что его смерть связана с его позицией по Украине. Йылның башындан башлап Русияде инфляция 12% себесіне етті. Рубль ұджызласа, ерше-ерше паллаша. Бұ ақта рус ватандашылары не түшінгені Радио Свобода мүбірлері оғренді. Вот конкретно экономически очень хреново на самом деле. Вот все, кроме экономически, хорошо, а экономически хреново. Жутко дорого все. Вот прямо я же замечаю, насколько все дорожает. Причем вообще на пустом месте абсолютно. Ну как на пустом, там санкции, конечно. Но вот для меня на пустом, я же в этих санкциях-то не участвовал никак. Плохо, потому что экономика не в состоянии поддержать ни образование, ни медицину. Я про пенсионную не говорю. Тут кому-то хорошо, кому-то плохо, но все-таки как-то. А я сама в образовании отвратительно. Я бы не сказал, что хорошо, я не сказал, что плохо. Сложное настроение, состояние. Все напряжены, но все равно остаются как есть. Вроде все продается. В магазинах все есть. Как потребитель могу сказать, в наличии все товары. Дефицита нет. Не очень хорошо, наверное. Потому что инфляция. И так перед Новым годом цены всегда подскакивают. Сейчас они еще более значительно подскочили. То, что раньше могли позволить перед праздниками, теперь уже не можем. Алушта диварында қанунсыз чөплік тешкелеттілер. Бұ ақта ерлі твоя газета білдіре. Олған малыматқа көре айлар девамында бұ ерге юк арабалары чешіт топырақ кетіріп токелер. Топырақ ісе чешіт түрлі осымілкілеріні көме. Үне берабер топырақ ешілген тарызда озен ақымыны тоқтата біле. С лета начали возить землю. Вот это все камазами 20-тонниками. Внизу речка.
проходит. И вот уже скоро ее засыпят. Если эта насыпь вся опустится, то речку просто закроют. Речка буквально вот внизу. Сыпят КАМАЗы каждый день. С утра до вечера идет работа. Ездят по две, по три машины за раз. А целый день по 20 тонн. Очень много машин. С 9 и... А сколько вот в среднем в день машин вы наблюдаете? Я не знаю, они все время ездят. Целый день. Сколько можно ездить? Постоянно гудят. Через каждые 15 минут. Ну, а вообще у вас тут инициативная группа какая-то есть, чтобы мог кто-то контролировать там все, и так далее? Все люди, у нас видно вот с окон, с домов, мы будем контролировать, сколько в день приходит машин, и, пожалуйста, мы все это зафиксируем. Есть у нас видео, есть у нас номера машин, это все мы уже у нас есть. Бүгінге бұл соңғы хабарымыз еді, сіздерге ақшамлар тілейміз, АТР-ден айырылмаңыз.